дыни, арбузы, пшеничные булки, щедрый зажиточный край. И на престоле сидит в Петербурге. А вы откуда? Я из Торонто, а вы откуда? Торонто. Я из Украины. Ну, я вам город сказал, город важен. Ну, мой город — это Днепр. А, ну, вот это уже конкретно. Это ж из Украины я и так вижу. На какие темы общаетесь в рулетке? Не знаю, я... Ну, вы же не россиянин, да, я так понимаю. А, ну, даже вы же канадец. Канадец, да. Ну, я русский по национальности. А что? А почему это россиянин, например? Вы с россиянами любите общаться? Ну, не то чтобы люблю, я с россиянами на политические темы общаюсь. Со мной, со мной пообщайтесь. Я русский по национальности. Со мной пообщайтесь на политические темы. Если хотите, там конечно. Там какой-то флаг, это каких-то этих обрученцев, да? Ну, это уже... Это флаг покойной Харьковской республики. Ага, я понял. А вообще как относитесь к Украине? К Украине? Ну, я считаю, что Украина — это гнойные отрыжки коммунистического режима. Я понял. Ну, а если весь мир считает, что Россия — это недоразвалившийся совок? Ну, я тоже считаю, что СССР должен был по логике развалиться не на 15 тупо частей по неадекватным коммунистическим границам, а по крайней мере на 35-45, чтобы были отдельно Чечня, Дагестан, Слобожанщина, Донбасс как государство. Ну, я не знаю, что насчет Слобожанщины, Донбасса, но это же Украина, как бы. Ну, а почему они должны быть? Чечня, я не спорю, я уважаю ваше право иметь вашу концепцию. Я вам сказал свою концепцию. Я считаю, что при развале СССР в 91-м году, вы молодой, вам есть 18 вообще, нет? Да, есть. Ну, я вас похвалю, вы неплохо знаете новейшую историю, то есть до вашего рождения непосредственно. СССР, как вы знаете, развалился в 91-м году. К сожалению, он развалился тупо по неадекватным коммунистическим границам, которые большевики намеренно чертили неадекватно. Поэтому было бы оптимальнее, если бы он распался не на 15 частей по количеству республик на 91 год, а всего, если вы знаете историю, их было от 4 до 16 за всю историю СССР. А по более адекватным границам, которые более исторические. Вот что, вот моя мысль. Вы с ней не согласны. Вы считаете, что Украина должна быть такая, как ее нарисовали большевики там в 18-м году вместе с немцами. Большевики не нарисовали. Украина первый раз вспоминается еще в 12-м столетии в Ипатьевской летописи. Ну, молодец. 1146 год, кстати говоря. Это молодец, грамотно. Упоминается термин «Украина». А не нет, украинцы не упоминаются вообще, упоминаются. А слово «Украина» в Ипатьевской летописи упоминается, потому что это... Русские, когда в летописи упоминаются. Ну, вы вот дайте мне досказать, это будет для вас интересно, кстати говоря, то, что я вам говорю. То есть «Украина» просто как термин упоминается вот в 1146 году, но без привязки к конкретной территории. Это как, например, слово орел для обозначения птицы появилось на 1000 лет раньше, чем город Орел России, который появился в 1596 году, по-моему. А термин орел появился на 1000 лет раньше. То же самое и Украина. Впервые для обозначения конкретной территории Украины появилась на карте Баблана в 1648 году. Вот, на будущее знать. Вот. Но это опять-таки для обозначения чисто географической территории, как вот сейчас Урал. Не геополитическом понятии Украина, а чисто географически. Да, существовала Украина
как понятие. И причем, знаете эту историю, почему? Потому что вы в то время были под поляками, и под поляками вы назывались в русско-адаптированном названии маргиналии. А жители назывались маргиналами, вот вы. Ну, в общем-то, такой типичный такой долбоёб, канадский вахтер. Ну, я понял. А, ну, видишь, вахтер. Типичный долбоёб. Вахта есть и канадская, Ну, хорошо, давай. Я выключил ему звук, он такой, сын шпюхи, очередной, походу, друг, это, тётя Маша из Канады. А, так ты что, блогер? Очередной долбоёб. Ты что, блогер, что ли? Да, у дедусика его видела, вспомнил. Ты блогер, что ли? Ты вообще блогер или нет? То есть... Как бы вата есть и канадская, и американская, вообще любая вата есть, абсолютно, в любой стране мира. Ну ладно, сын шлюхи, я хочу сказать, я этот бред слушать не собираюсь. Ну хорошо, обожди, как... Мне это неинтересно, да, тебе выключил звук, да-да-да. Ну да, выключил, выключил, я тебя тоже выключил, давай. Я тебя тоже выключил. Украине, как твой, ПО, как твой канал, пидорасы, как твой канал называется? Украина, как... Донбасса, Украина, а ты послан мной нахуй, и ты идешь нахуй. Как твой... Съебала нахуй. Ну вот, вот и хохлик проклянулся. Наверное, зря жалел Деникин хама, их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. А он как будто невзначай, всего лишь доллар дал начать. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяй. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один... Канадация прошла? Соединенных Штатах федерализация? Федерация. Федерация закончилась. Федерация. В Соединенных Штатах Федерация, оказывается? Не слышал даже. Да? Да. Да? А как называется? Соединенные Штаты Америки. Это федерация? Да. Госустройство США, федерация. Погуглите.